Creating an analysis to read the procedure,
results, and then it comes to different kinds of conclusions that can be read into it, and a completion of the project. Our colleague, I'd like to just throw our colleague from Malaysia in the United States. Yes, we're good friends now. We oftentimes, he was speaking about how students are beginning to become more and more computer literate, they're becoming more network literate, and they're communicating more. And the rector and I have been in very common conversation about the possibility of bringing a teaching center to the university here in Kazakhstan. And I think we're coming to an agreement on that. And one of the things I would just like to say is that this is one of those examples to be able to allow academic institutions to be able to go in and do apply that computer technology, do learn how to network with other countries around the world, and do learn how to communicate in a good, coherent manner. And I would just like to say, one thing I'd like to say, I enjoy talking to colleagues about our students, and we're so proud of them. This is a project that was created by one of my students at the University of South Carolina. So this whole website, all of the computer technology, all of the video editing, all of the biological animation is Shaw Reynolds' creation. Thank you. Мы с вами говорили, что будем создавать центр совершенного образования, Teaching Excellence Center. И я думаю, мы с вами этот центр создадим. Профессор Ханковский в нашем университете, как визитный профессор, профессор Белев. У него здесь очень много поклонников, здесь у него есть ученики. И я очень надеюсь, что мы дальше тоже будем двигаться к креативному университету через те технологии, которые будет продвигать профессор Ханковский. Спасибо за ваше выступление, очень интересно. Следующее выступление Центра международных программ. Господин Анатолий Васильев Владимирович, он сегодня выступал перед нами. Сегодня у него еще более интересное выступление. 2016 год, то есть то, как мы видим, должна развиваться стратегия Болшак в следующем году. И, как на мой взгляд, это один из тех факторов построения креативного университета. Да? Наша цель, мы бы хотели запустить программу групповой подготовки по PhD. То есть, креативный университет, на мой взгляд, невозможен, тем более креативный, без наличия фундаментальных научных исследований. А науку двигает как раз-таки это выпустить программу PhD. То есть, те, кто получил степень доктора. К сожалению, PhD у нас не очень популярно в программе Болшак. Есть очень много на это причин. Если брать по цифрам, то всего из порядка 8,5 тысяч выпускников программы Болшак, из них обладателем стипендии PhD является около 3%, не более. И бог весть, сколько из них пошли в науку. То есть я уверен, что, наверное, больше половины даже не пошло в науку, а пошли в бизнес, в науку, службу и так далее. Наука у нас на самом деле очень мизер остается. И в этом году мы хотели бы запустить программу Foundation PhD. Что это такое? То есть мы по ОЦМП готовы помогать университетам поступить, отправить сотрудников на PhD в ведущие зарубежные вузы. С какой разницей? Сейчас на PhD мы требуем безусловное поступление. То есть человек уже должен владеть английским, немецким, французским языком в совершенстве, договориться с вузом, поступить на программу PhD. К сожалению, сложно сделать, потому что не все владеют языком. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы включить языковую подготовку перед PhD. То есть сначала, получается, они проходят язык год в стране обучения, во Франции, Китае, Малайзии, туда. И потом приступают, гарантированно после этого приступают к PhD. В течение того года они не только изучают язык, но изучают метод исследования, все еще методы преподавания и так далее.
PhD может быть от 3 до 5, 4 года и так далее. Сколько вам потребуется? Foundation PhD называется. Почему нам это важно? Да? Вот, это вы это цифры не управляете, но это в целом по научным, по остепененным людям в стране. Вот вы видите какую диспропорцию очень интересную. Количество обладателей остепененных людей, когда доктор PhD у нас растет, а количество ученых идет вниз. То есть те, кто реально записан в науке. Вот в 2009 году мы видим, 1532 человека получили степень кандидата, либо доктора наук, в то время это еще было. И минус 41 пошли в науку. О чем это говорит? О том, что не то, чтобы люди не пошли в науку. Многие из текущих ученых, они просто ушли из науки. Да? То есть мы идем в минус. И эту ситуацию мы выправляем, и мы полагаем, что программа «Малышак» как раз должна быть одним из тех мотиваторов, где мы сможем заинтересовать молодых людей не только поехать на пищи, но и более того вернуться в свои вузы, альматоры, научные центры и провести какие-то фундаментальные исследования. Вопрос этот очень важный, не только для страны, для всей науки. В целом, вот мы привели такой небольшой слайд, здесь видно, что весь мир сейчас делает упор на PhD. Не на бакалавриат, не на магистратуру, а именно на серьезные фундаментальные исследования. Вот это многие программы в США, есть такая программа Fulbright, да? There's a Fulbright program in the US, which stands for PhD overseas and brings PhD to US. And, вот в Турции такая же программа, вы видите, что Турция, Сингапур, Китай, Бразилия отправляют не по 10 лат, а по 1000. Да? В Бразилии планируют, вот как раз в новой программе, они планируют потратить порядка 4 миллиардов долларов и подготовить 24 тысяч стипендиантов, докторантов, PhD и 75 тысяч студентов в общем, это магистранты и так далее. В Китае такая программа запущена, уже более 5000 человек получили степень PhD. У них очень интересно, в Китае они ставят следующую задачу, говорят, езжай, лучший вуз любой, мы тебе оплатим обучение, но нам самое главное привить технологию, патенты, технологии, исследования. То есть не просто так, прошел, выступил на конференции, получил PhD, а чтобы человек привез какие-то конкретные фундаментальные исследования. Такая же программа в Сингапуре, и мы хотим нечто подобное сделать в Казахстане. Ну, мы в этом направлении уже работаем. Так, следующий слайд. Почему это важно? Ну, мы все прекрасно понимаем, что такое модное слово «импакт-фактор», да, у нас очень сильная роль играет. Почему? Потому что, в принципе, в Казахстане, как и в бывшем СССР, очень серьезные научные исследования есть, да. Но, к сожалению, они, если есть, то они опубликованы не в тех журналах, которые цитируются. И получается, зачастую, довольно-таки фундаментальные серьезные исследования из-за того, что они не получили доступ к серьезным теоретическим изданиям, с высоким импакт-фактором, они остаются в какой-то степени не удел. И наличие степени PhD и вовлеченных наших казахстанцев в международную систему, нам даже позволит получить доступ к этим изданиям, да, и источник из импакт-фактора. Ну, само собой, участие в крупных международных исследовательских проектах. Вот мы можем сказать, что мы уже проработали вопрос с ЦЕРНом. ЦЕРН – это центр, который занимается большим андроидным коллайдером. Да? То есть мы с ним запускаем совместную программу PhD, когда наши физики поедут за рубеж, у него 5-10 человек в Швейцарии будут стажировку на коллайдере проходить. То есть мы хотели, чтобы такие проекты были не единичные, а именно повседневные и в том числе и само собой, проведение сели на английском языке. Да? Очень много у нас ресерчеров, известных ученых, к сожалению, которые публикуются на русском или на английском языке. Да? Это все, конечно, хорошо, но международный язык – это английский язык. Да? И разговаривая на языке, нужно проводить серьезные какие-то исследования. Ну и четвертый фактор – это культура пищи. То есть у нас все хотят стать госслужащими, хотят блокировать СМУ, должна объективную компанию, как это делать, к сожалению. А в науке их выйти не хочет. Чем будет больше молодых, красивых, перспективных людей в науке, на наш взгляд, да, со степенью пищи, тем больше людей будут как раз-таки в эту сферу тянуться. Ну и сейчас у нас такой прикольный момент идет, есть такое небольшое противостояние, может быть, старшие коллеги на меня могут обидеться за это, что доктора наука и на науке всем прежде всего PhD, да, и на науке даже PhD, у нас все было серьезно, это как бы необходимо все-таки набрать критическую массу PhD, более того, значит, на полностью процесс. Вот, это также наш план на 12 год. Ну, об этом я уже говорил, то есть в моем сегодняшнем выступлении мы готовы как выступать как фасилитатор в этом случае, потому что программа новая, мы готовы договариваться с успешными партнерами. Либо второй вариант,
Мы отошли от советской, российской системы, кандидат доктор наук. В основе которого лежала немецкая система. Мы от нее отошли сейчас, вот уже второй год, перешли на англосаксонскую модель и сразу приходим к нам. Опыт у нас маленький, но мы начали, так сказать. Вот то, что показывали кандидаты доктора наук, которые защитились, потом не пришли, но показывает критическое состояние науки в нашей стране. И вот сейчас переход на PhD сопровождается, правильно говорите, это вхождение в новую научную культуру. Сегодня Казахстан посылает в год за границу 30-40 тысяч молодых людей, из которых 3-5 тысяч человек – это поколение по президентской программе. Государство платит за эти. А остальные 34 тысячи – они платят сами. И здесь, в этой стране, огромное стремление выйти на международный уровень. И вот мы, со своей университетской стороны, обещаем вам, что с нашими партнерами у нас очень огромное спасибо. Это будет прорыв. Спасибо, я думаю, это интересно для наших коллег, для наших партнеров, чтобы все послушали. Спасибо. University of Chicago and this forum meeting and convenience of your time. I'm really thrilled with this topic at hand today, and actually even more thrilled with the vision of this university to really have an open mentality, open hand approach to the world, asking for advice and consulting about how they must building our future physicians. We should not only build them as technocrats, as people with techniques, people who master the biomedical, if you want, approach to healthcare, whether it's a disease, a treatment, and how to treat a disease. We should actually train and develop them as technocratic leaders in societies. People with prior skills, people with managerial skills, and with life skills, as Professor Ahmed mentioned. So I'm going to center my talk around this topic, how we should improve our curricula so that our future physicians actually succeed in life as an expert in healthcare rather than just succeed in treating diseases. So this is Yurta or myself. I wasn't sure if somebody was introducing me. So again, I'm the director of the Center of Health Policy at the University of Chicago. I teach their health systems and systems reform. I also teach leadership and negotiation in healthcare. I'm also a professor of health policy at the Buck Institute in California. I'm the CEO of a company called Health Systems Reform. I also do research at Cornell School of Economics, and I'm a trained physician with a master's in public policy and public health from Harvard and Hopkins. So I'll go quickly here because I think that I was introduced in the morning session. So my angle of interest for today's talk is what type of healthcare professionals do we need to develop in the 21st century? Are the skills that we used to teach in the 20th century still able to actually launch a new generation of physicians who are successful within the challenges of the 21st century? And the answer is definitely no. We need to change what we teach within our medical universities as the challenges grow up. For our medical students, we have the challenges of managing teams at hospitals, we have the challenges of cross-functionally working with other professionals of healthcare to treat chronic diseases, we have the challenge of cost of healthcare and have financing, we have the challenge of actually leading the reform when it comes to healthcare. And as I see in country after country, whenever it comes to a reform, the physicians are at the back stage of the reform and politicians and some big pocket of companies actually need to reform. Physicians are not well equipped to regroup, to have a strong advocacy word, and to know how to negotiate and push for the right reforms. So shall we develop technocrats when we need actually technocratic leaders in healthcare? Shall we develop local experts or global experts? Diseases that are not local at all, that are global and are the same everywhere. And shall we develop specialists or general practitioners focusing on tertiary care or cost-effective care? And are we matching the supply of healthcare workforce that we need
determines are asking us too much. And this is a question that is as much global as local, where each university should actually respond to the needs surrounding its within its context, surrounding university, and actually respond to these needs. And here I quote from Peter Drucker, saying that the best way to predict the future is to create it, and we need to create it. So, to me, these are some of the courses that we added at Harvard and at Chicago that I think is actually National University started some of these, but this is the package that I would say would help really, in addition to the biomedical background, provide our students, expand them to become successful in life, successful managers in their hospitals, in their environment. And I would just go one after another. The first one is in leadership in healthcare. And again, the physician in a new way of treating chronic diseases and the challenges in society. It's a physician within other physicians treating with patients. It's a physician with nurses treating with patients. It's a physician with the hospital administration treating with leadership skills are becoming very, very critical to help them navigate through these challenges. Negotiation is another aspect. It's another soft skill that's needed for a physician to succeed in healthcare. Communications, and I think we already have started communication in the school, and here I re-stress, as my colleague has stressed before me, the English language, which is the number one publication language that is very much needed to both acquire and generate knowledge within every medical school. And the global health approach, technology in healthcare. So my wife is a neuroanesthesiologist, and most of the time she spends training her students is actually on a simulation basis in a lab where it's mostly computerized and have a simulation models on physicians. Health economics, the promise of efficient markets and market figures, and how the physician actually should navigate for that and make the best decisions on their health economic situations. Health financing and insurance, health system management, cost-effective analysis, health policy and advocacy, and health systems and system control. This is a package that actually for us, University of Chicago, is becoming mandatory for the medical curriculum and for success of students going to our university. So I'll give one example in here, which is, we had the President Obama had done the reform in 2010, and I would ask anyone of you here if he knows what was the position of the American Medical Association, or how efficient and how strong was the association representing our position in the United States versus the big lobbyists actually for or against that reform, or politics itself being Republican or Democrat. The physicians were very much at the back end of that reform. Not only they were not gathered together on a very strong advocacy team, and actually the lack of knowledge of many of these boys always keeps them behind scene and before. So this is not only US, I've seen it in many countries and applies to us as well. So again, the challenges coming ahead of our physicians are not only biomedical challenges, they're mostly cost challenges, and the cost of the system needs to respond to both acute and chronic diseases. There are the challenges of teaching education for the patient, because we're having more of these more critical lifestyle. And again, the big challenge today is that we go through 12 years of education in medical school. Whenever we make a diagnosis for a patient, it can take this patient 3 hours over the internet to learn about the disease and come back to us and challenge us on most of what we told them. And we need to answer him. And that answer requires communication skills, negotiation skills, understanding the cost of the system, the insurance of the system, etc., etc. These are two publications of the New England Journal of Medicine for year 2011. And they were at different times, one in February and one around March. And again, this is how much literature today in the United States is focused on the health policy teaching at our medical schools. And both articles have identified the need to boost health policy teaching in medical schools. They were, of course, that the availability of courses in the medical curriculum was high, around 80%, if I'm not mistaken, of universities offered an option of health policy teaching, but only 24% of them had mandatory.
And what I didn't find is that actually when President Obama was started his reform, there were a lot of international and global visionaries and experts in health policy. There was a big lack actually in knowledge and expertise within this field. So again, even us in the United States, there's a lot for us to go on this. This is my final slide. Supporting teaching and expanding the this month that I mentioned approach of expanding the technocratic leadership of a physician, I think should be coupled with what we call the knowledge cycle. This is a slide that I use, I just used it actually a month ago. It's in a similar round table with 30 deans from the Middle East and North African countries. And I think this is the vision that every university, and especially medical school, should apply to speed up and foster what we call the knowledge cycle. There's a lot of knowledge generated internationally. We should speed up the uptake of this knowledge locally at university level. This means improving the language skills. This means going more towards article teaching rather than book teaching. And this is more about inviting international speakers and experts to come. So the uptake of knowledge should be very efficient and high. But there's also another art that we should have at the university, which is the transferability art. What this knowledge means to us, and does it apply to us here in Kazakhstan? And was the condition and circumstances in that article, that discovery apply to us here, and how we should adapt that and transfer that knowledge so that it succeeds here in Kazakhstan? Should be able to successfully implement that, review that, and do the necessary reform to adopt it. And then to the local research and generate new knowledge that we want to feed back to the international arena and keeps the cycle actually moving. And this is how I think we speed the cycle of knowledge that is critical of not only here getting fast enough and new technologies and new advancements in medicine, but actually know how to apply it internally and to feed back the international community about our successes or failures locally. So in conclusion, healthcare currently requires new skills beyond the microbial approach that we focused on in the 20th century. Physicians are at the center of healthcare transaction and the main driver of the system cost and health outcomes. So they should be actually the leaders and trainers such in healthcare. And I want to use one word from the Arab language. In the Arab language, there's a word for a physician, but the word that mostly used is the wise. If you translate from Arab language to English, it's the wise, we call the physician the wise. And what I would say today is time to train the physician such as the wise of the future. So thank you very much. Были организованы 186 медицинских институтов, 4
Советскому Союзу в 1932-1933 годах и страна готовилась к войне, Второй мировой войне. И она сыграла свою хорошую роль. Советские врачи спасли 75% раненых солдат, офицеров. Они дали по существу Советскому Союзу вторую армию. И советская военная система в госпитале, хирургии, очень-очень была лучшей в мире. К сожалению, после военной годы наука, образование, практика не были вновь соединены. Единство это было нарушено. Поэтому мы пожинаем сейчас плоды вот той военной, тоталитарной что-то системы. Очень трудно сейчас по-новому создавать эти вещи в университете, так же, как и в моих коллегах по странам Большого Союза. Мы сейчас очень долго и мучительно решаем этот вопрос. Отвечаю на вопрос об университетской клинике. Клиники все были от университетов отобраны. И университеты были просто в административном порядке посажены на эти клиники, не имея права вмешиваться в новые технологии, в организацию, в экономику. И вот сейчас вот идет вопрос воссоздания этих ценностей. Поэтому огромное спасибо за ваше выступление. Мы понимаем, о чем мы с вами говорим, и мы прекрасно вас понимаем, поддерживаем. Спасибо за ваше выступление. Следующее выступление Кристиан Мамбетти, Международный институт готового Москвы. Пожалуйста. Очень важная способность
управлять людьми, а не проектами.
делегации на самоорганизацию на Аргентине. И это очень важно, чтобы первые страны могли приезжать и проходить стажировку. Вы, наверное, согласитесь с тем, что честность – это важное качество для креативного университета. Но первое качество – честность. А честность – это не то, что люди вокруг нас делают. То есть, прежде всего, нужно быть честным самим. И правильно ли я как бы подхожу, делаю я все возможное, наилучшее, и много ли я денег вкладываю в это, или, может быть, немного. То есть возникает очень много вопросов, которые касаются этой области честности. И я, вот меня поразило некоторое как бы чувство, как бы честности. Вот мне нравится определение самочестности моего
коллеги, то есть у него есть, он говорит, чувство удовлетворения приходит, когда, можете сказать себе, да, на этот раз и мне это удалось, или любопытство. Есть всегда какие-то студенты среди аудитории, которые задают вопросы такие вот любопытные, и вы не можете понять, и вы всегда как бы слегка опасаетесь их. То есть, наверное, может, мне следует как бы учить этому, но для того, чтобы их учить, я должен был иметь достаточные знания, то есть я должен иметь знания, если какой-то любопытный студент будет задавать какой-то вопрос. То есть, в Литве, вот, например, возник такой вопрос, что, допустим, Рик Ручей выбрал правильный путь для себя, и несмотря на... For those people who were not in the Soviet Union, perhaps it's not easy to understand, but the level of trust was really damaged in the countries of the Soviet Union. And when we meet, we are a little bit close, we are a little bit suspicious, and it takes time. And I'm really happy and I'm very, very grateful to the director of the university, Asfandiaro, and the colleagues and the friends who we build up, that you are taking these initiatives, and after some time we have trust, and then we start work, and then we start progress, and then the creativity moves. Intuition. Well, I'm teaching the evidence-based public health, evidence-based medicine, and I know that this is perhaps contradicts this concept. But I do believe that based on lots of knowledge, lots of experience, на основе достаточного опыта, ошибок, мы как бы вырабатываем себе какой-то уровень интуиции, который ведет нас. И это очень такой как бы навык, очень такой неощутимый навык, но мы говорим, но вместе с тем мы считаем, что он очень важный. Мудрость — это опять-таки то качество, которым нельзя прочитать в учебниках. Может быть, подзанять его у кого-то, если мы достаточно доверяем тем людям, которых мы уважаем, то мы, конечно же, можем иногда следовать чьей-то мудрости, но опять-таки это то качество, которое мы вырабатываем в себе в течение многих лет, свобода. Но мы иногда считаем, что мы свободны, что можем свободно говорить, что-то делать, но есть нечто такое, что связано с правилами бывшего Советского Союза, как бы, когда мы не могли это сделать, то есть что мы хранили в глубине своей души, в глубине своего ума. Это опять-таки такое очень, как бы, такой неощутимый механизм, который, тем не менее, помогает управлять умами людьми. Но я думаю, что многие люди не только в Литве, но и в Казахстане свободны от этого, и затем смесь культуры. Мы все разные, и вот приятно сидеть здесь, слушать о различных подходах, а также о том, как люди рассматривают презентации, как они воспринимают, хотя цель презентации та же самая, то есть это креативность, они делают нас как бы застенчивыми, мы стесняемся. То есть люди создают поразительные вещества или вещи какие-то, но при этом остаются скромными. И это очень высокое качество, я должен сказать. Кроме того, я думаю, что у нас есть что праздновать. Иногда мы слишком увлекаемся празднованиями, и тогда творчество слегка отодвигается на задний план. И, конечно, нужно праздновать малые и большие достижения, двигаться дальше. Спасибо большое.
very much. Удивили совершенно таким философским подходом. И спасибо вам за ваше выступление. Я думаю, это очень-очень искренне, очень такое человеческое. Мне доставляет удовольствие представить слово профессору Орвилу Адамсу, университет Оттавы. Это удивительный человек. Человек, который имеет огромное количество поклонников в этом нашем университете. Человек очень большой души и огромных знаний. И вот он сегодня вместе с нами. И профессор Адамс, пожалуйста, слово. Звука нет. И опять-таки я очень рад, что меня пригласили сюда, вы и ваша команда. Я пытаюсь думать о том, кто я, что я. И опять-таки вы предоставили мне возможность узнать на основе всех этих презентаций утром и после обеда. И я решил, что я, наверное, буду классифицировать себя как ученик, который как бы приезжает для того, чтобы подчеркнуть какие-то знания. Я уверен, что я действительно учусь много. Я хочу поговорить сейчас о направлении, которое сделала для себя Канада. У нас около 70 медицинских школ. У нас очень хорошее хранение. Мы считаем, что у нас хорошее медицинское образование, но это недостаточно. Оно недостаточно хорошо, потому что оно не очень быстро адаптируется, и нам необходимо думать, а что же нам делать по мере продвижения вперед. Если встать в сторону и подумать, а что лежит в основе изменения медицинского образования, что движет эти новые знания, наука, меняющийся характер заболеваний, стандартизированные как бы методы лечения, изменяющиеся системы здравоохранения, профессионализм, то, как мы оказываем услуги, а мы делаем это по-разному в наши дни, этика, коммуникация. Мы сегодня слышали о коммуникации, об общении, это очень важно. Групповая работа, не просто обучение людей, как работать вместе, которые сидят на одном рабочем месте, но как бы мы имеем в виду группы по всей стране, которые имеют общие цели, общие ценности, и как все это объединить для того, чтобы работать совместно, это обучение на протяжении всей жизни, решение вопросов народонаселения, общественного здравоохранения и поиски решений. И все-таки мы, конечно же, у нас не то общественное здравоохранение, которое мы хотели бы иметь. И мы, конечно же, хотели бы иметь критическое мышление, использовать технологию. И, то есть мы должны учиться друг у друга. Мы иногда не осознаем, что в мире происходит очень много, но необходимо как бы достигать консенсуса. Мы смотрим на то, что происходит в Испании, в Америке, и мы на основе этого решаем, что мы будем думать о том, как мы будем продвигаться дальше, что из их опыта мы почерпнем. И очень важно как бы учитывать результаты процесса обучения для того, чтобы достичь какие-то улучшения, интегрировать знания, клинический опыт, роли, обязанности. Цитата из здравоохранения и из документа ВОЗ 95 года, где говорится о том, что медицинская школа имеет обязательство направлять свое образование и исследование
исследований в моей услуге к решению приоритетных задач здравоохранения в обществе, в регионе, в стране, а также и в странах мира. То есть, если у нас есть процесс, который помогает объединить людей в стране для того, чтобы как бы реорганизовать медицинское образование при поддержке правительства, но есть еще и ассоциация 70 медицинских школ, которые также должны принимать в это внимание. Необходимо для этого создать своего рода какой-то комитет из управляющий комитет из ключевых заинтересованных сторон и как же иметь главных руководителей в больницах, которые будут входить главные руководители больниц, научных обществ и так. Now the educational system of the future, we believe, should ensure the key competencies of компетентными, но система сама должна обеспечить, чтобы эти компетенции что эти все компетенции имеются у каждого врача, предоставить целый ряд различных способов обучения, а также технологии. Необходимо вести совместно в ногу с продвижениями с различными достижениями в области технологий. Следующие рекомендации для будущего медицинского образования в Канаде. Во-первых, необходимо отвечать потребностям как индивидуальным, так и всего сообщества. Необходимо укрепить процессы приема от этих больных, приема студентов. Эти программы должны быть основаны на научной основе медицины. И решать так называемые скрытые учебные программы или куррикулумом. Поэтому необходимо учиться от других лекторов и тех, которые занимаются предоставлением медицинских услуг. И кроме того, необходимо, чтобы люди, необходимо привлекать всех, которые имеют отношение к улучшению медицинского образования, не только непосредственно тех, которые читают лекции. Поэтому очень важное значение имеет еще и хорошее ментальное здоровье, поэтому необходимо привлекать и психологов, социологов, необходимо привлекать даже и представителей полиции, поэтому необходима совместная работа всех заинтересованных сторон, в том числе и как врачей-практиков, так и медицинских сестер, когда студенты уходят на практику. Поэтому должен быть подход на основе компетенции, и этот подход должен носить гибкий характер. Поэтому необходимо также адаптировать аккредитационные стандарты, необходимо наращивать потенциал для изменений в этой области, необходимо повышать национальное сотрудничество, необходимо улучшать использование технологий и так далее. Мы руководствуемся основой или рамкой компетенций у терапевтов, поэтому не только у врачей, но и у всех, кто занимается здравоохранением. Необходимо
привлекать как медиков, медицинских экспертов, так и тех, которые занимаются сотрудничеством, управленческий аппарат, ученых и других профессионалов. И поэтому необходимо менять медицинское образование наряду с изменениями в социальной жизни. Будущие терапевты должны быть в состоянии либо уметь работать новым и инновационным образом. И поэтому обучение в течение жизни состоит не только из участия в конференциях, но и необходимо изменить способ измерения того, насколько врачи привержены своей работе. И, кроме того, необходимо реагировать на изменяющиеся демографические условия. Поэтому необходимо осуществлять уход за пожилыми, необходимо обращать внимание на вопросы ментального здоровья, то есть психического здоровья. И вот если вы работаете с населением, скажем, с выходцами из Азии, необходимо понимать их культуру, необходимо понимать их менталитет. Если вы работаете с пациентами из арабских стран или из каких-то других регионов, поэтому необходимо отвечать, реагировать на вот эти культурные факторы. Еще несколько слайдов. Будущее послевузовского медицинского образования, оно основано на социальной отчетности для того, чтобы информировать обучение врачей общей практики. Необходимо обеспечивать качественное лечение и обеспечить безопасность пациентов. И вообще подход должен быть сконцентрирован на пациенте. И одна из наших новых медицинских школ на севере в Канаде имеет два кампуса, причем оба кампуса находятся на расстоянии 1000 километров в разных частях страны. И эти студенты, они начинают свое обучение в очень раннем возрасте. Они учатся, как работать, учиться в тех регионах, которые населены аборигенами, то есть коренным населением, то есть индейцами. И они учатся, как работать, как лечить вот в такой ситуации. И у них совершенно другой опыт знакомства, совершенно с другой культурой, в отличие от Канады. Thank you very much for your presentation. I think that вопросы. Слово представляется профессору Миминалиеву Александру Олеговичу. Он советник Евровоз. Много лет он был министром здравоохранения Кыргызстана. Он является как раз политиком в области охраны здоровья. Программа, киргизская программа реформы МАНАС, признана во всем мире, успешной, одной из эффективных. Александр Ильич, слово, пожалуйста. Большое спасибо, уважаемый Акан Ханч, уважаемые коллеги. Я рад участвовать в работе круглого стола, посвященного важнейшей тематике, это креативному университету. По-русски креативный в наибольшей степени мне импонирует перевод «созидательный университет». Конечно, он имеет элементы новаторства, творческого подхода. И вот применительно Казахскому национальному медицинскому университету. Имеются ли благоприятные условия для того, чтобы стать креативным университетом 21 века в Казахстане?
С моей точки зрения, да. Потому что в Казахстане очень четко сформулирована государственная политика в области образования. И сам факт создания Назарбаев университета, который должен явиться прообразом креативного университета, создает благоприятные условия и для других университетов. Однако, означает ли наличие государственной политики очень благоприятной, что все университеты в Казахстане автоматически вслед за университетом Назарбаев университетом станут креативным университетом? С моей точки зрения, нет. И вот один из руководителей программы «Палашат» на утреннем пленарном заседании очень четко это продемонстрировал. Даже из медицинских вузов на заявки для участия в программе «Палашат», кроме университета имени Асфендиярова, который подготовил 87 кандидатур, остальные 2-3-0, ну, в лучшем случае, Западный медицинский университет, Западно-Казахстанский, 17. И это наглядное свидетельство того, что, с моей точки зрения, для того, чтобы креативный университет появился, необходимо, особенно когда это переходный период, наличие лидерства необходимо. И в Казахском медицинском национальном университете лидер есть, к счастью, это ректор, профессор Аганов. Однако один человек не способен, это я исхожу из своего опыта, продвигаться успешно в созидании нового. Ему необходима, безусловно, команда единомышленников. И у Айхана Хановича, к счастью, звездная команда есть в лице проректоров уважаемых, директоров, деканов. Но это, опять-таки, не приводит автоматически к созданию креативного университета. В Соединенных Штатах Америки там впервые появилось понятие «креативная экономика». Оказывается, чтобы в государстве появилось условие для креативной экономики, важно, чтобы не менее трети работающего населения были креативными. И поэтому для данного университета чрезвычайно важным является, чтобы 30%, не менее 30% профессорского преподавательского состава стали креативными. И тогда создаются очень важные предпосылки для того, чтобы трансформироваться в креативный университет. Но это только одна часть университета. Есть вторая – это студенчество. С моей точки зрения, в университете должна обучаться высокомотивированное студенчество, мечтающее стать врачами. Но для того, чтобы высоко мотивированное студенчество появилось в университете, очень важно, чтобы система здравоохранения имела условия высокой востребовательности этих кадров, будь то это интернисты, будь это менеджеры или любой другой специальности. Если же, как в науке, вот минусовое, то, что было показано вот, Асетом, презентации. Если ниша благоприятная нет в системе здравоохранения, то эти кадры остаются невостребованными, и креативность падает. Но может ли сама система здравоохранения создавать эти условия? И да, и нет. Считается, что именно выпускники креативного университета, они изменяют систему здравоохранения, создавая себе благоприятные условия. И поэтому я думаю, что в креативном университете, и он может стать креативным, если действительно есть единство науки, практики и образования.
Вы прекрасно, Канахальч, рассказали нашу историю фрагментированности. И вот важно, чтобы университет имел собственную клиническую базу. То, о чем мы, то, что на подходе к решению. Потому что если не будет условий объективных для создания реальных условий для единства практики, науки и образования, опять-таки не будет креативности. Потому что без науки, таким образом, я хочу сказать, в креативном университете, как профессор Цехингер представил, это должно быть лучшие исследования научные, excellence of research, это должна быть лучшая практика лечения, excellence of medicine, это practice, да, и excellence of education. Вот в этом триединстве не видится креативный университет. Спасибо. Выступление. Народ уже подустал немножко, и держать внимание, и успеть не просто выложить какие-то свои мысли, а заставить людей думать, я думаю, это ваше мастерство. Спасибо большое. И у нас сегодня последнее выступление. Выступает у нас студент Байзаханов, Международная ассоциация студентов-медиков. Пожалуйста. Спикеры, и очень интересные были доклады. И сейчас позвольте мне показать вам краткий обзор, как видят студенты, что такое креативный университет и его некоторые элементы. Мы все знаем, что кампус университета, то есть студенческие общежития, студенческие дома, несколько находятся в другом месте от университета. Поэтому студенты предложили ради безопасности студенческой, да, и временные экономические расходы, чтобы предлагают проект «Колесо счастья». Очень интересный проект тем, что студенты даже посчитали, сколько раз им нужно будет дорогу перейти. Сколько светофоров, сколько... И полностью посчитали, сколько это у них уходит расход. В разрезе их... Да, это очень эффективно. Следующий проект. Проект Be Informed. Мы знаем сейчас век информации. Основные цели... Основные цели – это трансляция новостей, проведение определенных радиорубок, конкурсов, соревнований, передавать определенные указы администрации. Да? Чем этот проект интересен? Тем, что студенты в основном находятся в разных точках университета, поэтому основная информация, нужная информация, как вы все должны быть на виду, у нас будет. Следующий проект – это School of Finance. Школа финансов. Да? Это основные цели для студентов, которые хотят получить финансовое образование и выработать в себе все необходимые навыки. После всех студентов будет проводиться набор студентов по специальной схеме и включать их в члены организации. Эти студенты будут проходить уроки, слушать лекции и в конце получат сертификат. Так оно станет одним из первых университетов медицинских, который станет выпускать и финансово грамотных студентов. Следующий проект тоже, я бы сказал, такой интересный. Это общежитие моей мечты. Студенческий дом моей мечты. Вот вы видите на рисунке макет, очень красивый макет. Что из себя представляет этот проект? Это большое общежитие со всеми удобствами для активного отдыха, учебу и развитие студентов. Это теннисный зал, компьютерные классы, конференция, спортзал, зал для чтения, столовый, магазин, терминал. А на крыше будет установлено футбольное, баскетбольное, волейбольное поле. Ну, естественно, с оградой. И многое другое, там музей, парковка и так далее. Вот. Следующий проект – турбаза университета. Это предлагают студенты 4-го курса. Основные цели – это проведение время с пользой для здоровья, для культурного роста студента, для прочных дружеских связей между студентами,
Но это также может стать объектом пристального взгляда общества и других университетов. Ну, также может стать визитной картой университета. Следующий проект – это социальный проект «Наш теплый уголок клинических баз». Все мы, студенты, понимаем, что основная цель – это обеспечить клинические базы университета шкафчиками-локерами, где студенты могли поставлять свою верхнюю одежду, оставлять свои ценные вещи и носить им с собой на занятия. Каждый шкафчик будет иметь свой кодовый замок, который при смене групп будет обновляться преподавателем. Следующий проект – «Creative Jackets». Это предлагает студент 4-го курса. Что это дает? Это сильно. И еще это они теплые, их можно носить в холодный сезон. Выделить студентов нашего курса от всех студентов города. Реклама пиар-университета. Экономически выгодный проект. Вот он. Следующий проект – это пищевой комбинат. Студенты предлагают создать центральный пищевой комбинат, то есть это продовольственная безопасность, да, как можно сказать так. В зимнее время студенты предполагают построить там теплицу, чтобы свое продовольствие безопасное и свежее. Так. Следующий проект, это, собственно, мой проект, интеллектуальный проект, интеллектуальный парк «Казано». Наш университет имеет территорию в экологическом чистом районе, это лагерь Айболит, и предполагается там построение вот такого интеллектуального парка. Это центр развития зеленых технологий, там предполагается альтернативная энергия, это ветровые мельницы, солнечные панели, биогаз и так далее. Это научно-технический парк для лекарственных, питомник для лекарственных растений, продовольственная теплица, фарм-лаборатория и своя артезианская вода. Центр высоких технологий, там любительская студенческая обсерватория, корпус IT-технологий, нано- и микрохирургии, и 3D-библиотеки, и центр социально-культурной адаптации. Это студенческий городок, игровые площадки, открытый и закрытый бассейн, спортивно-оздоровительная база, которая в будущем может стать практикой для студентов. И все это идет в корпус межотраслевого сотрудничества, офис, где будут располагаться огромные большие предприятия. И также предполагается открыть центр предпринимательства. Студенту-медику будет выдаваться дополнительный диплом о том, что он прошел курсы предпринимательства. Вот такие вот видения наших студентов о креативном университете, об их элементах. Сейчас при выходе у вас в холле будут стоять эти высокие макеты, вы можете убедиться, посмотреть, расспросить некоторые вещи, которые я не сказал. Может быть, не на таком уровне. Студенты сами вам расскажут, покажут. Вы можете проголосовать за них. Спасибо большое. Спасибо, мы увидели мечту студентов. Может быть, креативный университет – это университет мечты? Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами по нашей программе, по вопросам медицинского образования, как бы все вместе сегодня были, мы увидели, какая замечательная страна Литва, мы побывали как бы в Канаде, и как бы мы все с вами увидели мечту студентов нашего университета. И действительно, креативный университет, наверное, как университет мечты, может объединить все наши университеты в одну хорошую, большую семью. В этот раз у нас как-то удивительно получилось, что очень мало наших партнеров из Азии. Хотя в Японии у нас 5 университетов, начиная от Токийского, Нагасакского, Азиатско-Тихоокеанского и так далее университетов. Из Китая у нас 2 университета, Шанхайский и Синьцзян-Уйгурский, Сеульский университет, Сингапурский университет. Как-то так получилось, что они в этот раз не смогли либо приехать, либо как-то не получилось. Я думаю, было бы тоже интересно послушать не только Европу, США, Канаду, испанский мир, можно было бы и по Азии поговорить еще больше, но я думаю, в следующий раз мы успеем. Медицинское образование в целом, конечно же, отличается от высшего образования в целом, так как лежат в основе принципы врачевания.
Помните, мы с вами смотрели Африку? Мы видели африканских врачей. Врачи, действительно, он и в Африке врач, это наши коллеги. И, наверное, мы все связаны с нашей профессией, которая объединяет континенты, которая объединяет страны. И, конечно же, появляются все новые и новые технологии, все новые и новые требования. Медицинская служба развивается. Поэтому мы здесь сегодня утром были очень сильные обзоры, мы сегодня с вами видели. И я думаю, что мы должны все эти вещи учесть. Если мы сегодня видели идеологию больницы будущего, профессор Цвенда говорил, мы видели, как это может быть, профессор Файзал говорил. Мы видели, услышали дыхание Израиля, практических врачей из Израиля. Мы увидели с вами профессора Хакловски новые технологии обучения, где это поддерживается правительство. И наше сотрудничество, оно реальное. Каких специалистов нам нужно, вопросы ставил профессор Джозеф Антуан. Мы увидели жизнь реального университета Каталонии, действительно много интересных вещей. Про человеческие качества, про креативного университета нам сегодня говорил профессор Подайко. Видение свое, проблемные вещи, говорил профессор Адамс. Профессор Миминалиев говорил очень конкретные вещи, как этот университет ему видится. И в конце мы увидели мечту студентов нашего университета, каким они себя видят, креативный университет. Таким образом, мы сегодня с вами в результате этих 12-14 выступлений, кажется, увидели разные стороны этого явления. Явление – это креативный университет. Сейчас у нас есть, перед тем, как мои коллеги будут обобщать, есть ли какие-то вопросы, были ли у наших сегодня выступающих какие-то вопросы? Меня зовут Татьяна Компанийцы, я директор Graduate School of Management в Барселоне. И Graduate School of Management координирует работу Международной ассоциации университетов, которая насчитывает сейчас 82 университета из 33 стран. У нас есть представительство на 4 континентах, в Камеруне для Центральной Африки, Мексика и Коста-Рика для Центральной Америки и Латинской Америки, 2 центра в России, надеемся сейчас в Центральной Азии у нас будет свой официальный представительский центр в Алма-Ате, в Индии и кроме того у нас 3 центра в Европе. Хед-офис находится в Барселоне. Я только что вернулась из поездки в Бангладеш, Непал и Индии, где мы с рабочими встречами были. Там было очень много тоже планов различных. И как вы видели по презентации, у нас учатся студенты из Казахстана, 42 из университета. Хотела сказать, что сегодня целый день, хочу сказать, что это очень большая семья и очень шумная, и очень много всего происходит. Но сегодня это удивительный день, потому что вот общее выражение глубокое удовлетворение, оно как-то стало буквальным для меня. И я себя чувствую, это такой остров идиллии, когда абсолютно нет ни одного слова, ни кризис, ни сокращение бюджетов, ни забастовок студентов, а все как бы наоборот. Идеальный лидер с идеальной командой, блестящая организация всего конференции, замечательные, молодые, конструктивные, динамические, грамотные государственные работники, которые распределяют государственные деньги. Это просто какая-то утопия, это вот, который говорит, встал и говорит, мы еще дадим денег, и опять дадим денег, и пусть дольше учатся. Хотела сказать, что, может быть, стоит уже Казахстану немножко изменить свое видение, потому что все время как-то прячутся в тени развивающиеся страны, новые страны. Это не молодая страна, это, может быть, самые старые гены Евразии здесь, в этой стране, представители сидят. И это абсолютно как бы состоявшийся уже рынок с собственным космодромом страна и с владельцами
и носителями знаний технологий. Поэтому на следующий раз я, может быть, мы сможем увидеть через год вот такие же видео в Танзании, в реально развивающихся странах, да? Поскольку вы уже страна-лидеры мировые по многим вопросам, включая некоторые медицинские технологии, включается уже закон give back, да, charity, то есть участие в каких-то социальных проектах в реально развивающихся странах. Мы приглашаем вас в Бангладеш, в африканские страны. Это, конечно, стоит денег, но это дает какое-то особенное удовлетворение и также является инвестицией. Это первое. Замечательно, я очень благодарна всем коллегам за прекрасные доклады, которые многие явились сюрпризом, потому что я очень боялась ехать на медицинский конгресс, потому что все болезни, они приходят на тебя, когда тебе показывают их на экране. Но здесь вот очень много звучало терминологии экономика, лидеры, менеджмент, и все это как бы вернуло на круги своя и находишься в своем кругу реалий. И хотела выделить категорию движения знания и носителей знания, которым является университет. Сейчас это основа, это база в этом меняющемся мире, потому что мир глобальный, а правил глобальных нет, ни правил, ни законов управления. Они остались на уровне государства-нации, которое, похоже, тоже умирает. Говорят, нет ни расстояний, ни границ, ни времени, остались только рынки, которые тоже плавающие рынки. И изменения, ритм изменения, тахикардия изменений подтверждает уже мнение таких известных людей, как Джордж Сорос, например, который говорит, мы должны привыкнуть жить в мире, который мы до конца не понимаем. Поэтому движение знания, я не говорю обмен, а вот общее, как бы более широкое понятие движения, это основа всего. В этом смысле очень было радостно слышать, что наконец наши преподаватели и профессионалы получили возможность, более широкую возможность, тоже обмена, выезда. И маленькая только, может быть, завтра не все будут. Я приглашаю вот тактически, давайте мы, как мы уже говорили с моими коллегами, делаем курсы, узкопрофильные курсы для специалистов всех университетов медицинских Казахстана с переводом на русский язык. И мы приглашаем в Барселону не только потому, что там замечательная погода, а это хаб, это известный сейчас центр по новым технологиям биомедицины, новейших технологий, лазерных технологий, фармацевтики. Из 3300 мультинациональных зарубежных компаний в Барселоне больше половины связано по теме с медициной. Поэтому я приглашаю всех в Барселону и, пользуясь случаем, приглашаю вас в июне, последней неделе, на нашу конференцию EuroEducation, где будут участвовать все наши партнеры. Это 82 университета из 33 стран, а также представители Всемирного клуба ректоров, куда входят ректоры более чем 90 стран. Добро пожаловать в Барселону. Спасибо. Если у вас есть партнеры, университеты в развивающихся странах, где проблемы, вот как в Африке... Одну секунду, да? Мы готовы. Мы готовы своих студентов, выпускников или там студентов старших курсов в качестве помощников врачей, вот шестой курс, там седьмой курс, направлять. Это действительно, я найду на туда деньги. Пожалуйста, это очень нужная вещь. Она решает вопросы интернационализации, она решает вопросы вовлеченности в мировые процессы. Мы с удовольствием вас поддержим. Пожалуйста. I'm Julie Draper, and I'm to travel all over the world, just like you. And как и вы, моя специальность это. Я могу сказать, что развитие навыков коммуникации
намного легче, чем в Англии. Здесь легче, чем в Англии, в особенности в Кембридже. Потому что Кембридж, в Кембридже практически невозможно начать курс по коммуникации. Но вот это очень важная вещь. И мне, моему партнеру, Джозеф, потребовалось около 15 лет. Для того, чтобы начать подобного рода курсы. И если мы не опубликовали достаточно хорошие книги в качестве ссылок по коммуникации, по общению с пациентами, то есть мы опубликовали и один учебник. Является симулятор пациентом, о чем я никогда бы и не мечтала, но в особенности в вопросах коммуникации с пациентами и с менеджерами. Но завтра меня попросили открыть центр коммуникации моего имени, и я считаю, что это большая честь для меня, и поэтому я хотела бы выразить свою безмерную благодарность Казахстану за признание вот такой специальности, которая как бы пронизывает красной линией абсолютно все специальности. И иногда, когда мы общаемся с взрослыми детьми, это особенно становится важным, поэтому я еще раз хочу принести вам свою благодарность. И у меня была проблема с получением визы для того, чтобы вы могли приехать в Англию. Пожалуйста, может быть, мы вместе попытаемся решить эту проблему. Спасибо ректору за организацию данного совещания. Я, слушая все эти презентации в отношении университетов, креативных университетов, иногда мы думаем, что мы не всегда, мы непривычны вот так сидеть рядом с другом. Как вы знаете, из анатомии, а также функции нашего мозга, креативность означает идея, идея означает пространство. То есть мы должны создать пустое место, свободное пространство в нашем мозге для того, чтобы появились новые идеи. Конечно, вы не создаете пространство без ничего. Конечно, нужно что-то. И для этого нужны знания недостаточно, как говорил профессор. Для того, чтобы создать пространство, как подобно этому, где мы можем сидеть и общаться друг с другом, обмениваться знаниями, где возникают новые идеи, необходимо, чтобы присутствовали различные представители различных культур, которые бы продемонстрировали различные подходы к совместной работе. Это, например, как работа нескольких поваров. Конечно, требуется время для того, чтобы... Речь идет и о системах принятия поддержки решений. И тут обязательно, конечно, упоминание electronic education, e-education. Дистанционное образование должно быть не фрагментарным, а на постоянной основе осуществляться. И последнее, к тому, что говорил Асет, мне очень понравился его доклад, о том, что действительно нужен некий такой подготовительный этап, как для стажировок, и нужен какой-то подготовительный инструмент и для нас, и в России, и в Казахстане, для того, чтобы опубликовывать статьи в журналах с хорошим импакт-фактором.
может быть, организовать какую-то рабочую группу или отдел, которые могут помогать готовить подобные публикации, потому что мало знаний английского языка для того, чтобы подготовить хорошую публикацию. Нужно обладать определенным опытом, навыком, методологией для того, чтобы эту публикацию опубликовать, а потом переписываться с рецензентами, с редакторами, потому что это очень такой длительный процесс. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Виталий Алексеевич, я думаю, вы как модераторы потом наш основной документ просмотрите, да, и, пожалуйста, ваше предложение. Так, я попросить хочу Дану, наш секретарь нашего собрания. Дана, пожалуйста. We're very grateful to all of our partners to be here today. За то, что вы провели этот день с нами, для нас действительно большая честь. Вы нашли свое время для того, чтобы в своем занятом, как бы, в своей занятой повестке дня для того, чтобы присутствовать с нами вот в течение всего дня. Конечно же, мы знаем о том, что предстоят праздники, Рождество, Новый год, и сегодня мы у нас как бы праздник. Поэтому я выражаю благодарность от имени администрации президента и хотела бы вручить небольшие подарки. Это особые подарки нашим партнерским университетам, потому что они все выполнены из местного сырья, местных продуктов, и более того, они выполнялись от всего сердца, изготавливались от всего сердца самими студентами университета. Поэтому мы хотели бы сейчас вручить эти подарки университету БАК. И я бы также хотела отметить, что это подарок, который был изготовлен вот этим студентам, флага страны. Мы считаем, что, и мы надеемся, что этот маленький подарок будет храниться, и студенты, и таким образом, чтобы студенты и административный персонал могли его видеть. Передайте, пожалуйста, микрофон. Он говорит, что его эта кепочка будет храниться в том месте, где будут видеть студенты. Замечательно. Следующий университет – это клиника, университетская клиника. Пожалуйста, получите подарок от студентов нашего университета. Please show it. Студенты на самом деле очень взволнованы, потому что они впервые эта картина выполнена из риса. Следующий университет – это Национальный фармацевтический университет в Харькове. Здесь они не присутствуют. Следующий национальный университет – Богомолец Петренко. Профессор Петренко, please. Receive his own present for our students. Mr. Blich, we also would like you to get a small present from the students of our university. Кабинет, кабинет, это кабинет.
program that you have in the country. The next we would like to государственному медицинскому университету Томск. Господин Краснов, надеемся, что этот подарок займет достойное место в университете вашем. Также мы бы хотели вручить подарок Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии. Госпожа Кириллова, примите наш скромный подарок, который будет напоминать вам о времени, проведенном здесь, о студентах, которые здесь будут... Студент сам сделал, он сам это все сделал. Выполнили. Следующим мы бы хотели поблагодарить нашего модератора, а также представителя Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, господина Сычева, за нашу сегодняшнюю, значит, за ту помощь, которую вы сегодня оказали, и также надеемся, что наш подарок займет достойное место. Такой небольшой верблюд, то есть снова это символ богатство, это символ выносливости. Да? Следующий подарок мы бы хотели преподнести Высшей школе менеджмента Барселоны, госпоже Компаниц. Надеемся, в следующих видео, Татьяна, мы увидим и этот подарок. Это вышивка ручная. Да, это полностью вышивка. Татьяна, коробку показывает. Это полностью студенты нашего университета. Следующий мы бы хотели подарить Международному университету Каталонии, господин Ламберти, примите наш подарок прямо на месте. Это, то есть, еще одно напоминание о национальных символах, о том разнообразии, которым владеет сегодня культура Казахстана. Следующий подарок разрешите преподнести Литовскому университету наук здоровья, господину Подага. Посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, это ручная работа, студентка сама выполнила эту работу, и все это вот... Следующий подарок мы бы хотели преподнести University General Hospital of Health Sciences, University of Mongolia. The next present to нашим коллегам из Кыргызско-Российского Славянского университета имени Ельцина, господин Зарифьян. И разрешите преподнести вам такой небольшой подарок. Ну, это чудо, конечно, да. Я вообще ходил только в восторге, только в очаровании по этой выставке. Еще бы неделю здесь пребывал. А что могу сказать в ответ? Рахмет, спасибо, и унесем его в сюжете, как символ той большой мечты, что привела нас в Алматы. Господину Хангловскому, представлен господину Хангловскому, это подарок от нас.
будет напоминать вам о том, что нужно постоянно вернуться, возвращаться к нам в этот университет. Это будет как и еще один университет, который находится среди потенциальных партнеров ЖВ. У нас есть очень хорошее намерение. Это университет, представленный сегодня в Атланте. Останется в памяти всех сегодняшних участников. Огромное всем спасибо нашим замечательным спикерам, спасибо всем, кто принимал участие в этой нашей встрече. Наши модераторы доработают, и на следующий год в этом же зале мы вас ждем, чтобы Дана опять доложилась и сказала, вот это хорошо выполнено, вот это не выполнено и так далее. Мы готовы к сотрудничеству и хотим, чтобы вы в Казахстане рассчитывали, что у вас есть друзья. Друзья в лице нашего университета. Ну уж поскольку сейчас последние наши небольшие презенты, вы, пожалуйста, поймите правильно, наши студенты – это не факультет искусства. Это люди просто от души своими руками что-то делают. Если там вы видите какие-то несовершенства, форм, там, я знаю, там, содержание, пожалуйста, поймите, что мы все это с лихвой восполняем открытым сердцем. Студенты наши все счастливы были сегодня вас видеть. Ну и, наверное, в завершение вот этого нашего замечательного сегодня круглого стола, я предлагаю вот здесь, вот, где наши гости сидят, нашим гостям туда подтянуться, на память сделать большую картину. И потом, буквально через час, у нас ждет...